Її ім'я? Інформаційна війна. Поле битви. Чим відповідають наші кібервійська? Наш розум. Але це ж ніхто не повірить. Спецпроект 17 каналу «Музей інформаційної війни». Наші експонати – це матеріали ЗМІ, які містять неприкриту пропаганду. Процес, судя по всьому, вже пішов. Правительство. Що? Як навчитися передбачувати інформаційні атаки і як не стати гарматним м'ясом у війні 21-го сторіччя? Музей інформаційної війни – надійний щит від пропаганди. Доброго времени суток. И вы смотрите программу «Музей информационной войны». Мы работаем для того, чтобы вы стали замечать, где средства массовой информации используют технологии манипуляции, как, нарушая стандарты профессии, технологиями манипуляции стараются вас принять их правду. Для вас будет работать правозащитник Дмитрий Василец в студии, ведущий, и наш постоянный гость в студии Алексей Кутепов, журналист-расследователь. Здравствуйте, очень приятно. В этой передаче мы рассмотрим, как использовали обстрел Краматорска, средства массовой информации, для того, чтобы произвести свой обстрел, только уже своих зрителей, средства массовой информации. Попрошу сейчас вот режиссера поставить два сюжета, сначала украинский, потом русский, для того, чтобы мы посмотрели два сюжета вместе, для того, чтобы потом отдельно разобрать каждый и уделить каждому время. Число жертв обстрела Краматорска возросло до 16 человек. Напомню, по версии Киева, атака накануне велась с территории подконтрольной ДНР. Ополченцы, в свою очередь, называют все это сознательной провокацией украинских военных в преддверии важных переговоров в Минске. В штабе ДНР подчеркнули, что даже теоретически не могли нанести такой удар. В их пользу говорят и некоторые факты. С подробностями Александр Батухов. Вчерашний обстрел Краматорска стал уже третьим резонансным происшествием за последнее время, когда трагические события разворачиваются на подконтрольной украинским силам территории. И, казалось бы, по мнению Киева, виновник происшествия очевиден. Вот только нюансы портят всю картину. И на этот раз их не меньше. Например, сами горожане задаются вопросом, почему на место трагедии первыми приехали не медики и спасатели, а иностранные журналисты. Как начали ездить? Сразу. Спасательных служб нет, корреспонденты сразу. Американцы, англичане, все. По сложившейся уже традиции, не проводя никаких расследований, украинские власти тут же обвинили во всем ополченцев. Вот только, вынося приговор, не учли расстояние. Расстояние ближайшее от Горловки до Краматорска – это порядка 50 километров. На видео, которое я лично рассмотрел очень долго, видны разряды именно градов. Вы знаете, то, что эти системы, дальность – это максимум 22 километра. Да, были, видно, торчит в земле ураган. Ураган то же самое, у него 38-40 километров. Что даже если мы хотели бы, мы туда просто бы не могли попасть. Все попытки Киева обвинить Донецкую Народную Республику – провокация. Слова замкомандующего сил ДНР подтверждают и очевидцы произошедшего. И пусть говорят что угодно, летело четко с Корчуна. С такого, а я не думаю. При мне позвонила бабушка сестре. Было 14 залпов с Карачуна. На этой карте хорошо видно, где расположена гора Карачуна, о которой рассказывает женщина, между Краматорском и Славянском. Очень удобная точка для обстрела. Еще один нюанс, на который обратили внимание уже эксперты, это использовавшиеся для обстрела боеприпасы. Вероятнее всего, они были выпущены реактивной системой залпового огня «Смерч». В ополчении нет смерчей. Они есть только у украинской армии. Причем смерчи украинской армии достались еще из советских времен, конца 80-х, начала 90-х годов. Прошедшей ночью Краматорск посетил Петр Порошенко, и что особенно примечательно, не один, а в сопровождении французского правозащитника Бернара Анри Леви. После осмотра места обстрела Порошенко делает заявление на английском языке, по-видимому, чтобы понятно было главной аудитории, западным партнерам.
В моей руке металлический фрагмент, который мы получили от людей здесь, в больнице. Это катастрофа, это преступление против человечности, когда мирных людей, живущих в их домах, где нет никаких военных объектов, почти в 50 километрах от линии фронта, пророссийские сепаратисты и террористы атакуют гражданских, атакуют мирный город Краматорск. Это абсолютно неприемлемо. Как и раньше, президент Украины верен традициям и снова демонстрирует некие металлические фрагменты, как доказательство. Но вот чего? Глядя на них, ведь не скажешь, откуда они прилетели. А вот то, что каким-то странным образом обстрел Краматорска произошел именно накануне встречи в Минске, действительно наводит на размышления. Это вот сознательная провокация, которая вот на это, на все и рассчитана. Запугать Европу, показать американцам свою лояльность и воспользоваться сдержанностью ополченцев, которые действительно не отвечают на такие провокации и которым действительно невыгодно уничтожать мирные города. Потому что ополченцы рассчитывают, что это их города, что это их самопровозглашенная республика, которая добьется успехов на переговорах. Украинские власти всегда заявляли о том, что на подконтрольной им территории люди целиком и полностью поддерживают антитеррористическую операцию. Но, судя по этим кадрам, настроения у украинцев совершенно другие. Эти национальные гвардии одних бандитов понабрали, а ДНР российские. Какие они российские, если дети всех пошли туда? Наших пол Авдеевки пошло туда. Металлические фрагменты снарядов Порошенко намерен показать на переговорах в Минске. Для чего, догадаться несложно. Чтобы в очередной раз, как это и делалось раньше, обвинить во всем ополчение. Александр Бутухов, Наталья Литовка и Лариса Никитина, Первый канал. У полудень Краматорськ здригнувся від потужних вибухів. Із важкого озброєння бойовики обстріляли штаб антитерористичної операції, який базується у тутешньому аеропорту. Знайшли останок від касетної бомби. Він знаходився недалеко від місця розриву. Це сам шрот касети. Над Литовищем здійнявся чорний дим, а терористичні снаряди почали падати просто на голови краматорцям. Із смерчі бойовики обстріляли і центр міста. Ми проходили з подругою по соціалістичній, і в цей момент ударила в дом, який прям почти возле нас був. Був ужасний свіст, і полетіли осколки. Ну, ми не розтерялись, побіжали обратно к машині. Під артилерійським вогнем опинилися кілька вулиць. Будинки пошкоджені, а люди налякані. У штабі АТО повідомили, Краматорськ бомбили бандити із Горлівки. А перед цим з аеропорту були взриви. Ми знали, не з аеропорту, а на нього. В смислі, з нашої сторони, там що-то за бред, откуда сердце прийде. Та ви що, 90 км розстояння, візьміть карту, посчитайте, візьміть курвіметр називається, по карті проводьте колесико, умножайте на масштаб, получаєте, откуда стріляти. Це вже просто з определеної сторони. Ранених військових із Литовища та цивільних із центру міста госпіталізували до 3-ї міської лікарні Краматорська. Пацієнтів із важчими пораненнями одразу везли до Харкова. Попали, от це я руку і щекою, скулою набила. Ну і все, от приїхали. Хоч би рентген зробити, там все ціле. У більшості потерпілих осколкові поранення, рідше забої. Місцеві мешканці зізнаються, опісля звільнення міста від терористів до миру звикли. І на нові бомбардування аж ніяк не очікували. У нас хтось спрашує, хочемо ми цього, не хочемо. Ні, ніхто нічого не чекав. Ні, ні, ні. Ви що? Я суп варила, муж телевізор смотрел, сидів. Все, все як нормально, все. Нормальна обстановка, а потім внезапно. Українські вояки стверджують, Краматорськ бойовики обстріляли, щоб зійняти паніку серед цивільних. У штабі АТО припускають, така атака на ще напередодні мирне місто може повторитися. Сергій Барбо, Орест Пона, Краматорськ, Донецька область, П'ятий канал. Интересно, интересно. Ну вот сейчас мы посмотрели два видео от Пятого канала и Первого национального России. Примечательно, что Пятый канал и Первый канал России официально и неофициально принадлежат президентам разных стран. Ой, не знаю, вот про Пятый канал точно знаю, потому что об этом сказал лично президент Порошенко на трибуне. Сказал, имей Пятый канал, який мені належить, він не продасть, або Пятый канал не продається. Про Первый канал ничего не знаю. Ну, про Первый канал, да, но тем не менее неофициально есть мнение общественности, Дмитрий, что... не будем манипулировать и предоставлять зрителям повод для того, чтобы сказать, что мы тоже манипулируем. Или доказательства на стол, или не говорим на эту тему. Это по-журналистски. Согласен. Давайте разбирать. Ну, давайте сюжеты. Тогда начнем с конца,
потому что этот сюжет остался более, скажем так, в памяти. Давайте. И начнем с Пятого канала. Давайте подробненько разберем. Есть замечания у меня, конечно, и там, и там. Вот пока вы открываете, я хочу нашим телезрителям сказать такую важную вещь, что программа «Музей информационной войны», в которой мы вот исследуем работу журналистов. Вот просьба большая к нашим другим телезрителям, которые пишут там разные комментарии. Мы сейчас не будем заниматься расследованием тем, кто именно стрелял. Этим как раз и должны заняться либо очень серьезные следственные органы, либо очень серьезные настоящие журналисты, да, которые журналисты, ну, в том числе расследователи. Расследователи, да. А мы сейчас будем замечать, нарушил автор сюжета стандарты своей профессии журналистской или все-таки был профессионален. Вот и все. И вот в этом как раз вот в работе журналиста нам эксперт Алексей Кутепов поможет, потому что я буду рассматривать в своей передаче именно с точки зрения, как это восприняли люди информацию, что они фактически поняли и была ли использована технология манипуляции для того, чтобы зрителя накачать теми или иными убеждениями. У каждого своя роль. Буду даже немножко к вам в оппозиции, чтобы... Да. Давайте посмотрим. Полудень Краматорськ здригнувся від потужних вибухів. Із важкого озброєння бойовики обстріляли штаб антитерористичної операції, який базує... Уже стоп. Бойовики обстріляли, так, от дежурно очень, бойовики обстріляли штаб антитерористичної операції. Ні одного факта, который бы мог бы доказать слова журналиста, что это сделали именно боевики, автор больше не усиляет свои высказывания. Ничем больше. Ничем, да? Он просто говорит, ну, понятно, как бы, естественно, что что-то еще думать. С точки зрения... И это проходит очень дежурно, да? Боевики обстреляли штаб АТО. Нет ни слова о том, что это действительно штаб, потому что показывает жилой дом, и о том, что это были действительно боевики. Вот видите, вот хочу обратить внимание зрителя на вот такой аспект, который вот даже вам, как эксперту, не попал в глаза. Заключается фокус в том, что боевики. Вот есть слово боевики. Но нету слова какие боевики. Сомалийские, африканские, китайские, таджикские, донецкие, луганские и так далее. Слово боевики используется как бы по умолчанию, как жаргон. Таким образом, получается, зритель, ну, естественно, думает, какие же боевики-то могут быть. Ага, если это как бы воюющие две стороны, значит, скорее всего, это сторона оппонента. И таким образом, сторону оппонента завязывают словом «боевики». Это уже психология, которую надо понимать. И даже вот, несмотря на то, что у вас большой опыт в этом, тем не менее, вы не поставили акцент именно на этой формулировке. А зритель... Он когда принимает решение сам, а вот этот прием манипуляционный, он заставляет зрителя самому принять решение. Ну, возможно, Дим, я только всегда буду у вас в этом смысле немножко спорить. Зритель говорит от имени всего некого коллективного зрителя планеты. Тоже опасно, да? Ну, то есть здесь тонкий лед, не надо решать за всех зрителей. Кому-то это вызовет, кому-то нет. Это технология манипуляции, которая воздействует на зрителя, чтобы зритель принял решение, что боевики именно сторона оппонента. Ну, вы со мной согласны? Здесь автор, я так полагаю... Боевики, значит, не украинская армия, значит, там, противники. Значит противники. А кто противники? Да, да, да. А в этом, не знаю, надо смотреть дальше. Но, тем не менее, я одну только, знаете, только одно сразу, сейчас сразу вот, настаиваю на том, что если автор сюжета точно знает, есть какие-то эмпирические данные, он провел расследование, у него есть результаты экспертиз, что действительно вот эти боевики обстреляли, пускай нам предоставит эти доказательства. Если у него нет доказательства... Я предполагаю, что он не знает всего, а значит, лучше и безопаснее будет, если автор скажет, кто обстрелял, пока неизвестно. Я могу вещать только о том, что я знаю. Я знаю, что я нахожусь во дворе этого дома. Я вижу, это репортерский стиль, здесь воронку. Я могу взять рулетку, померить ее. Это воронка там метр, либо и так далее, да. Привлечь на место специалиста, сказать, что это такое, вот этот предмет. Это ракета там, да. То есть журналист должен описывать ту действительность, которую он видит перед собой. Но не говорить те вещи, которые он точно не может знать, откуда летело. Или пускай предоставит нам те шаги, те доказательства и аргументы, на основании которых он сделал вывод. Боевики обстреляли штаб АТО.
Ну и тем не менее, зрителю очень важно всегда понимать на вот такие моменты, которых сначала не видно. Не видно, конечно. И очень быстро. Если, получается, журналист не договорил и заставляет зрителя додумывать. А темп высокий? И задавая при этом нужную, скажем так, нужную окраску информации, таким образом вас заставляют принять нужное решение. И рекомендация. Самое, скажем так, серьезное в этом деле, что зрителя заставляет самого прийти к этому решению. И получается, когда зритель приходит сам к этому решению... Он вообще не дает никаких альтернативных решений. Конечно. То есть фактически получается, что зритель, как только вот просмотрел этот выпуск, ему уже все понятно. Он уже сам пришел конечно. К решению. Конечно. И его переубедить уже гораздо тяжелее. Конечно. Действительность уже истолкована. Да. Уже истолкована. Рекомендация очень короткая, дорогие зрители. Если вы увидите в каком-либо сюжете однозначные высказывания, как истина в последней инстанции, через буквально час или два часа после самого события, знайте, альтернативные мнения есть. И если эти альтернативные мнения не высказываются, то это делается умышленно. И хотят, чтобы вы не задумывались, а принимали готовую, истолкованную реальность. Будьте внимательны. Главное, давайте идти дальше. Да, вот сейчас вот одну секундочку договорю. Вот уже вот, скажем так, мысль, которая вот меня только что посетила, по поводу того, что когда вот мы разбираем каждый сюжет каждого телеканала и так далее, зрителю сейчас уже важно понимать о том, что уже сейчас, уже вот прямо сию секунду нужно делать выводы. Если вам сказали... Проманипулировали, это, не договорили. По мнению автора? Один раз, а по мнению, скажем, меня, как правозащитника, который следит за тем, чтобы свободу, таким образом, телеканалы не забирали у граждан. Потому что если вам навязывают точку зрения, вас забирают право на объективную информацию, которая прописана в Конституции. И это очень четко надо понимать. Когда не договаривают, пытаются манипулировать. Собственно, каналов-то у нас немного. Если вы один раз увидели, второй раз увидели, третий раз увидели, мы вам показали, рассказали, делайте выводы. Если вы не делаете выводы, вы фактически обрекаете себя в будущем на то, что в следующий раз, когда вы посмотрите этот сюжет, вы не заметите этого слова. И возможно, что мы тот сюжет не рассмотрим. Делайте выводы, немножко запутано. Вот я так скажу. Альтернативное мнение есть всегда. Не доверяйте, если в сюжете предоставлено только одно мнение. Идем дальше. Это у тутешнему аэропорту. Нашли останок от кассетной бомбы. Он находился недалеко от места разрыва. Это сам шрот кассеты. Над летовищем здійнявся чорний дим, а терористичні снаряди почали падати просто на голови краматорцям. Стоп. Здесь вот хотел бы сразу поставить акцент на то, что как автор сюжета пытается надавить зрителю на эмоцию. Террористические ракеты летели на голову граждан. Вот это очень важно. Терминология. Первая. Она настолько яркая здесь, что зрителя сразу вот подхватывает эмоции. И таким образом, когда уже зритель выходит на эмоции, он уже перестает рассуждать. Дмитрий, буду спорить с вашими формулировками, буду спорить до бесконечности. Важно понимать. У зрителя возникает, может возникать. Ну, может, а может не возникать. Я тоже зритель. Согласен. Я необычный зритель. У большинства, зритель. Я не знаю. Уточню. Ну, ведь не знаете же вы же не делали замера, социологического замера. Я говорю, что может возникать впечатление. Вот это ключевое слово, может. Вы этим самым даете сейчас нашему зрителю программы «Музей информационной войны» вот этим словом «может» свободу думать самостоятельно. Ну, возможно, если все зрители вот так вот, то вы опять-таки не даете сейчас же прямо нашему зрителю Музея информационной войны свободы мысли. Поэтому, ну, я тут буду с вами дискутировать. Очень. Защищая зрителей конечно, массовой информации. Конечно, я буду защищать зрителя. Я вынужден периодически, может даже и не по своей воле, пользоваться на подсознательном уровне, пользоваться вот элементами пропаганды, поскольку с профессией я очень часто их смотрю и наблюдаю. Поэтому, возможно, я вот некие приемы перенимаю, но я думаю, хорошо, что вы есть в студии и вы меня поправляете. Так вот, меня очень так фраза задела. Террористичные снаряды. Мы не знаем, какие снаряды, не знаю. И на головы. Это образное такое высказывание в информационном сюжете. Ну, вы простите меня за буквальность, но либо должно быть видно, как прям на голову этот снаряд
да? Либо, опять-таки, делать поправку, что, ну, это информационный выпуск, это не публицистика, это не колумнистика какая-то авторская, там, фельетон и еще что-то, да? Это информация. Поэтому снаряды падали на городские улицы. Это будет правильно. На головы, значит, конкретно должно быть на головы. Ну, а если нет вот этого видео, зачем это говорить? Можем идти дальше, в принципе. Да, давайте, пройдемте дальше. Из смерчи бойовики обстреляли и центр міста. Мы проходили с подругой по социалистической, и в этот момент ударила в дом. Заметили? Бойовики ударили в центр города. И сейчас, получается, подборка видеоряда, она фактически не косвенно, не напрямую террористов никаким образом вот сюда вот не привязывают видеорядом. Но, тем не менее, зрителю последнее слово дали. А потом уже привязали некий вот эмоциональный сюжетик, ну, который автор не говорит свой текст, да. Подводит как хочет, а видео совсем не подтверждает. И это как бы является тоже элементом манипуляции, именно вот отчасти и поэтому этот выпуск Пятого канала, вот, сюжет, хороший экспонат в музее информационной войны. Значит, это конец уже сюжета, да? Ну, мы сейчас посмотрим. Я думаю, что вот в следующей программе, если вы согласитесь, я могу показать примеры, как, в общем-то, до неузнаваемости искажается восприятие человеком информации, если под один и тот же видеоряд я начитаю разный текст. Если хотите, в следующем я программе я думаю, это что это было бы неплохо, поэтому давайте, покажем. Давайте, да, да. Ну, а пока продолжим. Обязательно покажем, это интересно. Идемте дальше. Который, ну, прям почти возле нас был. Был ужасный свист, и полетели осколки. Ну, мы не растерялись, побежали обратно к машине. Під артилерійським вогнем опинилися кілька вулиць. Будинки пошкоджені, а люди налякані. У штабі АТО повідомили, Краматорськ бомбили бандити із Горлівки. У штабі АТО повідомили, бандити із Горлівки. А знаєте, що зараз має бути? Цитата пряма штабу АТО, где будет сказаны буквально эти слова: «бандиты из Горлівки». То есть тут автор берет и ссылается на некий штаб АТО, вообще не дает их прямую цитату. Откуда мне, как зрителю, знать, что действительно эти слова были сказаны в штабе АТО? Ну, поскольку мы смотрели сюжет до конца, в начале передачи, мы знаем, что только на источник, как штаб АТО, ссылается автор сюжета. Что фактически уже есть нарушение, потому что объективного мнения, показывая в эфире только один источник информации, который прямо противоположный может быть неким другим источником, это уже есть манипуляция, есть нарушение стандартов профессии. Ну да, идемте дальше. Это неполнота. Посмотрим дальше. Аэропорта были взрывы. Мы знаем, не с аэропорта, а на него. В смысле, с нашей стороны? Там вы что-то за бред такой, откуда с аэродром прилетит? Да вы что, 90 километров расстояния, возьмите карту, посчитайте, возьмите курвиметр называется, по карте проводите колесико, умножайте на масштаб, получаете, откуда стрелять. Это же просто с определением. А вот, знаете, что сейчас должен был сделать автор сюжета? Ну, как минимум, написать хотя бы имя, фамилию человека, которого берет интервью. Пускай, может, там технически забыли. Ну, потому забыли, что это... нельзя проверить, это вообще правильно, правильно в телевидении бы, конечно, правильно титровать. Или нет. Титровать надо, титровать людей надо. Ну, потому что, например, я его в первый раз вижу. Ну да, это может быть кто угодно. Вернее, во второй, потому что посмотрел сюжет до этого. Задача журналиста проверить, кто этот человек. Если он просто назовет себя сам этот человек жителем, должен быть титр житель. Если он скажет, что он эксперт, ну как-то попытаться определить, действительно это эксперт или все-таки самозванец. Но тут я другое немножко хотел сказать. Если автор сюжета действительно, если его действительно интересует, кто сделал этот обстрел, то автор сюжета должен был послушаться совета этого гражданина. Взять курвиметр. И посчитать. Провести какие-то исследования. Показать, да? Карту, как, ну, он это что-то делал. Что-то сделать для того, чтобы проверить эти слова и подтвердить их. Либо опровергнуть. Но автору сюжета это не надо. Это не упаковывается в какие-то... Общую канву информационную. Какие-то, да, как бы он толкует мир. Вот сейчас автор толкует реальность. И вот он истолковал ее именно вот так. И не дает права зрителю, не дает права зрителю думать как-то иначе. Зрителю не за что зацепиться. Если бы сейчас автор ставил еще мнение там стороны ДНР, ну, тогда он бы дал по мнению возможность автора сюжета, у зрителя в голове была бы каша. Конечно, и он бы думал, как конечно, это так? Конечно. Надо же проанализировать два мнения. Дорогие и тогда зрители, бы потерялась цель, которую преследовал бы автор сюжета. И это зритель должен всегда понимать.
Дорогие зрители, не бойтесь каши, сомнения у вас в сознании. Поверьте, что... Это нормально. Видите, я даже призыв говорю, поверьте. Лучше не верьте, лучше думайте сами. Вот что вот эта здоровая каша сомнений внутри, она часто очень может спасти вас от манипуляций. От манипуляций. Ну, можно. Давайте посмотрим дальше сюжет. Дельная сторона. Пораненных військових из Литовища та цивільних из центру. Вот хотела бы вот на этом моменте сконцентрироваться, как дали вот вырезку. Дельная сторона. Пораненных військових. Вот сейчас карте проводите колесико, умножайте на масштаб, получаете, откуда стрелять. Это же просто сопредельная сторона. Вот слово сопредельной стороны взяли, вырезали и вставили. Это вообще нормально в журналистике? Ну, то есть как вот с определенной стороны. Написано, что должны быть все-таки фразы не вырваны из контекста. И ну, на практике хотя бы 30 секунд должно быть мнение, чтобы какая-то мысль улавливалась. Да? Угу. Ведь сейчас кусочек длится, по-моему, одну секунду или полторы буквально секунды. Да. С определенной стороны. Вот. Ну, как бы можно было спросить, а вы как бы в туалет с этой стороны ходили, с этой? С определенной стороны. Можно так сказать, можно. Это манипуляция. Ну, как бы, это повод. Ну, это повод. Ну, в первую очередь, это нарушение стандартов журналистики. Ну, тут, может, и нет, если он достоверную информацию дал автор, то зачем автор дает мне, как зрителю, повод не верить автору? Ну, неубедителен автор просто, если он дает такие короткие такие вот кусочки. Ну, это вам как эксперту неубедительно, а зрителю фактически очень даже убедительно. Может потому быть, что зрителю большинству, Дмитрий, какому большинству? Большинство не надо, зрителей. Все, не надо манипулировать. Ну, они не хотят ну, сами знаем? Разбираться, Дмитрий, сами анализировать ну, и так далее. Ну, это большинству. Важно. Большинству. Это важно. Большинство это 51%. Если у вас социологические замеры есть, как зрители Пятого канала воспринимают их сюжеты, я их готов послушать. Я думаю, можем вы почитать в комментариях. Это комментарий это не показатель. Давайте посмотрим дальше. Это не репрезентативное исследование. Пораненных військових из Литовища та цивільних из центру міста госпіталізували до 3-ї міської лікарні Краматорська. Пацієнтів із важчими пораненнями одразу везли до Харкова. Попали от цієї руку і щекою, скулою набило. Ну і все, от приїхали. Хоть би рентген зробили, там все ціле. У більшості потерпілих осколкові поранення, рідше забої. Місцеві мешканці зізнаються, опісля звільнення міста від терористів до миру звикли. І на нові бомбардування аж ніяк не очікували. У нас хтось спрашує, хочемо ми цього, не хочемо. Ну вот, опять сделали подводку и вырвали слова из контекста. Чего не хочет, как. Они могут вот это видео ставить абсолютно в любой момент видео, сделать абсолютную подводку другую, которая исказит напрочь смысл. А когда не может фактически, скажем, ну, я не знаю, вот, она была под обстрелом, не была она под обстрелом, кто это, опять же, нету фамилии, имя и так далее, что есть, опять же, тоже нарушение. И это зрителю тоже важно понимать. Потому что сейчас она не говорит напрямую по поводу, там, кто обстрелял и так далее. Но подводка журналиста, она как раз вот четко об этом говорит. И это уже является манипуляцией. Поэтому будьте внимательны. Смотрим дальше. Сейчас, секундочку. Я только... Пару слов сказать дам. Да, пожалуйста. Конечно, по терроризму и других ярких, там, хунта, террористы. Журналист, который соблюдает стандарты, он всегда пользуется дипломатической такой лексикой. Например, ее можно взять из официального документа, который называется «Комплекс мер по урегулированию конфликта». Да? Этот документ согласован Меркель, Оландом, Путиным, Порошенко, да, всей переговорной группой. Вот там нет ни слова терроризм. Ну вот как бы я рекомендую зрителям быть осторожными, когда очень ярко окрашенные такие вот термины. Там, титушки, колорады, кто это такие. То есть, у нас есть люди. Вот такая. Это очень важно понимать, да. Вы, кстати, затронули очень важную тему. Когда вам по телевизору говорят плохо или хорошо относиться к там, людям различной расы, там, вероисповедания и так далее, это фактически уже статья. Это разжигание межнациональной розни. И, к сожалению, мы видим очень часто это в разных сюжетах, не только с украинской стороны, а и с другой стороны. Если журналист сообщит, что есть белая чашка, то хорошо это или плохо? Это не хорошо, не плохо, это просто зритель поинформирован, да, есть эта чашка. Но если будет автор сюжета говорить, что есть белая чашка это плохо, только плохие люди пользуются белыми чашками, то, естественно, у зрителя будет сразу как-то такое настороженное отношение к белым чашкам.
А вот не должен автор переступать эту черту. Он должен информировать достоверными фактами. Поэтому зрителю важно понимать, когда вас заставляют по телевизору кого-то любить, а кого-то ненавидеть, это манипуляция. Да, не ведитесь на это. Лучше сохранить свободу. Нет, никто ничего не ожидал. Нет, нет, нет. Вы что, я суп варила, муж телевизор смотрел, сидел. Все, все как нормально, все. Нормальная обстановка. А потом внезапно. Українські вояки стверджують, Краматорськ бойовики обстріляли, щоб зняти паніку серед цивільних. У штабі АТО припускають, така атака на ще напередодні мирне місто може повторитися. Сергій Барбо, Орест Пона, Краматорськ, Донецька область, П'ятий канал. Последні два коментарі у штабі АТО там попереджають, що таке може повторитися. Чия цитата? Кто это сказал в этом штабе АТО? Тот человек, который сказал это в штабе АТО, у него есть фамилия, наверное, у него есть должность. Этого нет. Ну и самое главное, последнее уже замечание по сюжету Пятого канала. Мы просмотрели два раза его до конца. Там нет альтернативной точки зрения ни одной. Там нет противоположной стороны. Там нет высказываний представителей ДНР. А это святая обязанность информационного журналиста, если он новостищик, если он ценит свою профессию. Хочешь ты, не хочешь, связаться с той стороной, попытаться это сделать. Или хотя бы услышать в трубке отбой, или сказать, или услышать, как там скажут, мы не будем давать, но попытка зафиксирована. А лучше всего дать, конечно, ну, если анализировать с логической точки зрения эти сюжеты, можно предположить, что есть некое постановление об отмене свободы слова. Его подписали в тайне, но не озвучили прессе, людям и так далее. И фактически тогда оно, конечно, ложится в общее понимание, что происходит в этих сюжетах. Но, тем не менее, мы об этом не знаем, мы можем только предполагать. Да, предполагать. Сюжет по факту однобокий, поэтому экспонат в музее. Он однобокий, ну он однобокий, но там нет второй стороны, что ты делаешь? Давайте перейдем к российскому сюжету и тогда уже более детально рассмотрим, как все-таки... Вот тут вели некоторые... информационный обстрел своих граждан Первый канал. Вот вернее, своих зрителей. Своих зрителей. Зрителей, да. Там несколько возмущаются, что нет, значит, российские телеканалы многопрофессиональные. Вот, ну, коллеги, в каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Но я остерегаю вас от того, чтобы, предостерегаю, чтобы очень так вот фан-клуб устраивать любого телеканала. Поверьте, опять поверьте, хотите аргументы наши услышьте, вот, которые говорят о том, что есть элементы пропаганды в российских сюжетах. Также не надо устраивать фан-клубы никаких телеканалов, даже 17-го канала не надо устраивать фан-клубы. У нас работают разные люди. Думайте, думайте своей головой, критически относитесь к толкователям реальности и ко мне критически относитесь. И мне тоже верить не надо наслепо, как в религиозной секте, так сказать. Сопоставляете, что я говорю, откликается ли это. Давайте разбирать. Да, ну давайте перейдем к просмотру сюжета. Обстрелы Краматорска возросло до 16 человек. Напомню, по версии Киева, атака накануне велась с территории подконтрольной ДНР. Ополченцы, в свою очередь, называют... Сейчас, вот, вот тут я уже замечу разницу. Надо отдать должное коллегам, как минимум сюжета. Устно, но они сослались, что по версии украинской стороны это обстрелял ДНР, как бы... О, ужас! Сами признали, ну не признали, а сами назвали, что это может быть возможно, да. Ничего страшного, как бы так сказать, не случилось. Ведущая реально сказала, да, версия ВСУ, это то, что отстрелялись с территории ДНР. Но этого же шага не сделал Пятый канал? Нет, категорически нет, этого не может быть. Нет, нет, даже мысли, даже к черте подумать нельзя, нет, нет, нет. Бандиты, 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 мантру повторяют бандиты. Друзья, таким образом... недалеко можно, не можно, доедем. Можно только до Северной Кореи мы доедем таким образом. Это да, там как раз, да, наверное, это прямые поезда. Но возможно предположить, что вот обстрел Краматорска по версии Пятого канала, это была некая информационная атака. И чтобы защититься от этой информационной атаки, нужно было показать, что вот есть версия такая, и которую они сейчас в сюжете аргументируют, что это не так. Давайте смотреть, не наблюдать. Это сознательные провокации украинских в преддверии важных переговоров в Минске. В штабе ДНР подчеркнули, что даже теоретически не могли нанести такой удар. В их пользу говорят некоторые факты. С подробностями Александр Батухов.
Вчерашний обстрел Краматорска стал уже третьим резонансным происшествием за последнее время, когда трагические события разворачиваются на подконтрольной украинским силам территории. И, казалось бы, по мнению Киева, виновник происшествия очевиден. Вот только нюансы портят всю картину. И на этот раз их не меньше. Например, коротко идем дальше. Уже третий, а два первых какие? Автор сказал, это уже третье, да, там происшествие, а два первых какие? Он забыл, по всей видимости. Он забыл уточнить, о каких он имел в виду три. Но тем не менее, я хочу вот внимание зрителей акцентировать на иронии, с которой автор сюжета рассказывает о событиях. Казалось бы, все очевидно, но оказывается, есть некоторые факты. Когда используют иронию, зрителя пытаются таким образом критично воспринимать уже сторону оппонента по умолчанию. И таким образом, опять же, это зрителю мешает сделать адекватный объективный вывод. И это надо четко понимать. Сами горожане задаются вопросом, почему на место трагедии первыми приехали не медики и спасатели, а иностранные журналисты. Как начали ездить сразу? Иностранные журналисты. Вот у меня вот чувство удивления журналисту, как будто он, автор сюжета, удивился, что действительно так и есть. Хотя, может быть, эмоциональную окраску журналисты некоторые могут тут чуть-чуть другое. Переносить я пока что на свои сюжеты. Но, тем не менее, это казалось мне необычным. А что именно здесь вы считаете нарушением? Эмоциональную передачу информации авторам сюжета. Я же так понимаю, он же не в кадре, поэтому он где-то в студии. И разве нормально ли, когда эмоционально переносят, скажем так, эмоции на экран? В информационной журналистике мы смотрим информацию. Эмоции излишни. Посмотрите, как работают дикторы на Евроньюз. Это спокойный, холодный, отстраненный тон. Это совсем не тот тон, который мы показывали в программе «Версия на телевидении Северной Кореи». И поэтому, да. Ну, тем не менее, до Евроньюз мы дойдем, и там пропаганды не меньше, я вас в этом уверяю. Но и в последующих передачах мы это докажем. Поэтому давайте посмотрим дальше. Спасательных служб нет, корреспонденты сразу. Американцы, англичане, все. Хочу одного хотя бы увидеть. Посложив. Автор не показывает мне корреспондентов. Смотрите, есть... Придется верить Дмитрий, на слово. Сейчас, секундочку, подождите. Зрителям. Да, верить на слово. Вот это самое такое, что должно насторожить зрителя, если ему приходится верить на слово. Но я этого человека, вот автор Александр, не помню фамилию, я его никогда не видел. Я не знаю, он способен лгать или он очень честный человек. Я не знаю. Поэтому в журналистике принято. Имея что сказать, докажи. Так вот, здесь нет... Во-первых, не показано этой группы журналистов. Во-вторых, сказана такая вещь. На месте происшествия. Это обстрел системой ракетной, залповой. Там десятки мест происшествий. О каком месте происшествия идет речь? Можно уже так сильно не приглядываться, но... Нет, надо приглядываться. Если журналист говорит, что на месте происшествия, это во всех десятках мест сразу появились иностранные журналисты, то надо это зафиксировать. Мы говорили про халатность, когда они указывают конкретно, у кого берут интервью, кто он. Местный житель, да, это не журналист, эксперт, там, это журналист очевидец. Или кто? Очевидец. Но, например, мы смотрим подводку, и, честно говоря, здесь не видно, кто это. Если бы, например, не сказали там фамилию, имя, отчество, можно было бы там хотя бы в социальных сетях там его поискать, найти, спросить. У него, может быть, до телефона как-то можно было достучаться через редакцию и так далее. А этого нет. То есть такая же вот, как бы вот, неточность, которую допускал и Пятый канал. Поэтому вот это тоже важно. Не показали этих журналистов. Пока не поэтому показали. Смотрим дальше. Сразу, спасательных служб нет, корреспонденты сразу, американцы, англичане, все. По сложившейся уже традиции, не проводя никаких расследований, украинские власти тут же обвинили во всем ополченцев. Вот только, вынося приговор, не учли расстояние. Расстояние ближайшее от Горловки до Краматорска, это порядка 50 километров. На видео, которое я лично смотрел очень долго, видны разряды именно градов. Вы знаете то, что эти системы, дальность, это максимум 22 километра. Они говорят, грады? Были, видно, торчит в земле ураган. Ураган то же самое, у него 38-40 километров. Что даже если мы хотели бы, мы туда просто не могли попасть. Все попытки Киева обвинить Донецкую Народную Республику – провокация. Слова замкомандующего сил ДНР подтверждают очевидцы произошедшего. Тут, как минимум, надо отдать должное, что автор сюжета дает хотя бы цитату, прямую речь. Источника информации. Источника, да. В Пятом канале даже не было этого сделано. Вот. Но, опять-таки, следует только верить на слово
источнику. То есть источник для меня, ну, он не слишком убедителен. Ну, потому что не предоставляет каких-то данных, фактов, которых я мог бы, ну, как-то проверить их, что ли. Просто приходится верить на слово. Всегда, когда у вас телеканал ставит перед выбором, точнее, даже не перед выбором, а ставит перед фактом, что ты сейчас должен поверить, либо не поверить, лучше просто так аккуратно отнестись к этому эпизоду. И лучше не поверить, я, ну, и где-то еще об этом почитать, что еще говорят другие на эту тему, да? Ну, давайте не посмотрим спешите, дальше, да, сюжет. Сейчас тут единственное, что было сказано, действительно, расследование не проводится, насколько я знаю. Ну, это уже другая тема. Ну да, это уже вы рассмотрите в своей передаче версии. Да, да. Что угодно, летела четко с Корчуна. С такого, а я не думала, при мне позвонила бабушка сестре, было 14 залпов с Корчуна. Вот видите, бабушка сестре позвонила, и было 14 залпов от Корчуна. А если мы, например, посмотрим свидетеля Пятого канала, то мы, оказывается, это стреляли, собственно, с абсолютно другого, это другое точки зрения. И это свидетель. И я думаю, если бы свести эти два выпуска, так, все-таки у нас получился бы объективный так сюжет. В том-то и дело. Я хотел только к этому в конце подвести. Уважаемые телезрители, смотрите, прям берите и специально, да, заставьте себя, не поленитесь, посмотрите, как бы вам это ни было неприятно, не вписывалось в вашу, как бы, уже такую сложную картину мира, это будет где-то разрушать вот эти пазлы все. Ну, посмотрите и российский выпуск новостей, и украинский выпуск новостей. И где-то посерединочке, возможно, не посерединочке, я не хочу говорить, что точно посередине, но услышьте и те мнения, да? Может, а нет. После просмотров наших программ вы будете знать, где манипуляция, поэтому сможете точно разобраться, кто как бы лжет, кто нет. Зрителю сейчас вот важно понимать о том, что свидетели, они не ходят по разным улицам. Нету такого, что тут есть вот две улицы, и вот по одной улице идут свидетели, которые говорят о том, что стреляли оттуда, а по другой улице ходят и говорят свидетели о том, что стреляли с другой стороны. И именно на этих улицах обязательно находятся репортеры того канала и другого канала, которого вот мы сейчас обсуждаем. Свидетели вообще такая вещь очень такая опасная, не надо очень. И это зрителю очень важно понимать, когда подборку свидетелей делают, это уже манипуляция. И если нету альтернативного мнения, я думаю, что они бы могли там найти свидетеля, который сказал: да я не знаю, откуда оно летело. Вот, не знаю. Вот это я священное слово. Я не уверен слово. И так далее. Но тем не менее, этого должен нет. Должен сказать, не знаю, и журналист в конце сюжета. Я не знаю, как есть на самом деле. Идет следствие. Все, что успел нарыть, извините на слове. Вот я вам предоставил, зритель. Делайте выводы сами. Мои выводы здесь будут все равно очень поверхностными. Я журналист. Я не владею всей спецификой. Не знаю. Вот не знаю. Священное слово сейчас должно стать «не знаю». Ну вот меня очень пугают, когда знают точно все. Ну, я думаю, у зрителей, это пугает. Когда они будут анализировать источник, разные источники, у них в голове появляется будет диссонанс. Каша. Нет, как? Они не будут как? Понять, кто враги, где собственно, эти враги, это которых надо увидеть. Это и есть ключ увидеть. К здоровью. Конечно, сознания. Я к этому как раз и подвожу, о том, что зрителю очень важно понимать, о том, что когда непонятно, где враги, это есть нормально. Это есть как раз логическая оценка ситуации, это есть взвешенная оценка, это есть взвешенная, скажем так, взвешенная мысль, которая определяет все-таки где-то вот истину, которая да, должна если все-таки очень быть. Захочется, то что-то можно будет найти похожее на правду. На этой карте хорошо видно, где расположена гора Карачун, о которой рассказывают женщины, между Краматорском и Славянском. Очень удобная точка для обстрела. Вот. Еще один нюанс, на который обратили внимание уже эксперты, это использовавшийся для обстрела боеприпас. Можно вернуть на карту? Собирает не все. Сейчас, секундочку, я думаю, мы-то в наших силах. Вот я хочу обратить внимание на работу журналиста еще раз. Мы не расследуем, а кто стрелял. Мы оцениваем работу автора сюжета. Ну, этот автор больше работы все-таки провел, нежели больше, сюжет, намного автор больше, сюжета да, Пятого да, канала. Да. Но недостаточно для того, чтобы убедить, ну, как бы, чтобы убедить, что действительно летело там из Карачуна. Объясню. Они могут просто предоставить нет, только нет, дайте сказать, простите. Я вам сейчас говорю о том, что мы-то проводили свое исследование в программе версии. Наши зрители могут ознакомиться. Поверьте, это было трудно, очень долго, очень, может, где-то скучно, нудно. Мы пытались определить направление
вырисовывалось что-то между Горловкой и Карачуном, вообще где-то отсюда, с территории нейтральных. И то, мы на это потратили 1.5 часа, делали 1000 справок, таких сказать, сносок зрителю. Может быть, возможно, это похоже, мы на месте не были. Я, так сказать, азимутом, ну, то есть компасом не замерял из трубы, которая торчит в земле, куда она летела. Да? Поэтому это все очень осторожно. То здесь я не вижу, я, по крайней мере, не вижу, чтобы журналист проделал какую-то такую исследовательскую работу. Он просто говорит, видите карту, да, вот здесь видно, вот Карачун. Что, непонятно, откуда летело? Понятно, все понятно, дальше. Но, тем не менее, журналист построил свое расследование на мнении очевидцев. Это не расследование, Он сделал выводы на мнении очевидцев. Скажите, Дмитрий, вы как правозащитник, достаточно ли следователю, который расследует какое-то преступление, для полноценных выводов только мнений свидетелей? Достаточно или нет? Я думаю, ну, скажите, что для того, чтобы дело рассматривали в суде, нужны более весомые обвинения. Нужно для того, очень чтобы много. Просто осуществилось это действие. Да, и экспертизы, до суда, и следственные сказать, действия, и какие-то там оперативные проверки, и источники там, ну, кучу всего надо собрать. И на это тратит следователь 2 месяца, и потом передает в суд. А суд еще говорит, так, вот тут что-то ты воды налил. Как ты пришел к этим выводам? На доследование. Все, на дополнительное следствие. Здесь за 5 минут человек склепал, вот видно, вот Карачун, вот все, вопросов нет. Это хотят слышать зрители Первого канала, да, это хотят. Но ну, я мы предостерегаю. Не знаем, мы все-таки не знаем, что они хотят слышать. Согласен, да. Согласен. Тут уже, как говорится, согласен. Вы начинаете потихоньку согласен. Манипулировать. Простите, виноват. Да. Вот, но опасайтесь тех журналистов, которые не говорят никогда виноват. Идемте дальше. Угу. Внимание уже эксперта, это использовавшиеся для обстрела боеприпасы. Вероятнее всего, они были выпущены реактивной системой залпового огня «Смерч». В ополчении нет смерчей. Вот я вот здесь вообще запутался. Источник ДНР говорил о том, что ураганы и грады. Так, да. Сейчас появляется некая третья система залпового огня «Смерчи». Для неспециалиста что это? «Смерч»? Я, конечно же, в Википедии почитал о том, что ураганы у града и до 40 километров дальность, а у «Смерчей» там 80 километров приблизительно. До 90. Я вот не мог сопоставить, а почему говорили сначала об одно, потом эксперта показали третье. Реально для зрителя, который смотрит новости, он особо когда еще не знает, домохозяйка, град, смерч, ураган, ветер, цунами. Оцениваем работу репортера. Журналист не сказал, вот я сейчас на месте события. Смотрите, вот эта труба, видите? Да. Это смерч. Во-первых, я сразу усомнюсь, а ты что, специалист? Дальше он может сделать так. Может, открываем энциклопедию. Сказала, там, нет, ну, либо рядом. Он может позвать военного специалиста. Это смерч. Откуда вы знаете? А вот смотрите, книга. Похоже? Похоже. 122 миллиметра диаметр. Ну, хотя бы диаметр замерить, да. Так, замерить, да, 122, да, таки смерч. Ух ты. Дальше, только сейчас можно переходить к вопросу, а у кого может быть смерч? Здесь нам автор закинул термин «смерч». Уже в конце, я только на словах эксперта. Я не, вот там мелькают кадры, мелькают какие-то разрушенные воронки, какие-то железяки. Для меня это железяка. Какая-то железяка стоит. Откуда я знаю, это смерч или ураган? Эту работу, или град. Или град. Эту работу должен провести автор. Уважаемые ценители творчества, или точнее работы, в том числе и Первого канала, не примите это за какие-то там наезды и так далее. Услышьте нашу аргументацию, да, то есть лучше оставьте свое сознание трезвым и все. Ну, опять же, то есть зритель, например, который там программист, домохозяйка, менеджер и так далее, который не знает специфики систем залпового огня, фактически у него все эти системы залпового огня сваливаются в одну кашу. И когда фактически нам говорят источники информации об одних системах, потом эксперт говорит про другие системы, это вводит как немножко в диссонанс. Поэтому здесь, я так полагаю, все равно присутствует такая некая то ли скрытая, то ли не скрытая манипуляция, когда фактически зрители ставят перед фактом уже мнением экспертов. Толкуют реальность. По-своему толкуют, да, реальность. Поэтому да, посмотрим дальше, но это тем не менее факт, что они так показали. Они есть только у украинской армии. Причем смерчи украинской армии достались
еще с советских времен, ну, конца 80-х, начала 90-х годов. Прошедшей ночью Краматорск посетил Петр Порошенко, и что особенно примечательно, не один, а в сопровождении французского правозащитника Бернара Анри Леви. После осмотра места обстрела Порошенко делает заявление на английском языке, по-видимому, чтобы понятно было главной аудитории, западным партнерам. Стоп. Вот по-видимому, это ерничает, ну понятно, чтобы там, а почему нельзя сказать, наверное, хочет угодить лично Бараку Обаме? Можно так было сказать? Ну да, а что мешало? Или так, говорит на английском, потому что он даже забыл свой родной украинский язык. Понятно, что я сейчас могу ляпнуть какую угодно фразу, но тут уже приступает грань немножко автор. По-видимому, вот он предполагает, спасибо, что хотя бы предполагает, да? То есть вот хотя бы он спасает телезрителя вот этой фразы «по-видимому», он сразу это его мнение личное, этого автора, предположение, точнее, не мнение, а припущение украинское, да? По-видимому, он, а как знать, кто в голову залезет к Порошенко, почему он говорил английском? Знаете, как можно было сделать? Очень просто. Петр Алексеевич, скажите, а почему вы обращались на английском? Он мог сказать несколько вариантов. Пошел вон, либо я так хочу. И журналист обязан дать тот ответ, который дал Порошенко. А так автор вместо Порошенко придумывает ему свою мотивацию. Да? Это, видать, Порошенко. Видать, вот это видать. Это, видимо, он плохой патриот. То есть, ну... Но, тем не менее... Опять же, если сравнивать два сюжета, которые мы рассматриваем в нашей программе, у российского сюжета все-таки присутствуют, скажем так, не такие яркие и грубые нарушения стандартов, как все-таки на Пятом канале, который принадлежит Петру Порошенко. Идемте дальше. В моей руке металлический фрагмент, который мы получили от людей здесь, в больнице. Это катастрофа, это преступление против человечности, когда мирных людей, живущих в их домах, где нет никаких военных объектов, почти в 50 километрах от линии фронта... Очень короткая вставка, следует отдать должное. Реально российский канал дает вторую точку зрения. Пускай с какими-то ерничами, которые мы только что разобрали, но реально дает. Это прямая речь президента. Там был министр, так сказать, и прямая речь президента. То есть тут, ну, видите, это яркое отличие от Пятого канала. Там не надо никаких мнений, все. Одна думка. Все. Не все. Дальше посмотрим. Пророссийские сепаратисты и террористы атакуют гражданских, атакуют мирный город Краматорск. Это абсолютно неприемлемо. То есть СМИ в некотором роде берут все-таки пример в терминологии с президента страны. Если бы, например, Путин пользовался такой терминологией по отношению там, к украинской армии и так далее, я думаю, тогда бы моральное право было бы у Первого канала взять терминологию, которую используют украинские СМИ, и использовать ее как бы в эфире. Но, тем не менее, здесь хочу заметить, что, хотя, как правозащитник, я, может быть, не имею морального права критиковать президента или рассматривать, какую терминологию он использует, и для чего он это делает, может, он это делает в интересах государства, я не знаю. Но, тем не менее, он таким образом дает повод журналистам использовать тоже такую риторику, которая фактически ведет к тому, что разжигает ненависть внутри граждан, конечно, Украины. Террористы — это не люди. И таким образом делит народ на тех, кто за, тех, кто против. На патриотов и предателей и так далее. Да, и потому что очень такой скажет... скользкий лед, на котором, к сожалению, конечно, сейчас находится сейчас президент. Террорист, ты что, за террориста? То есть ты пособен терроризму? Так это же статья. Ну да. То есть агрессивная терминология. Не дают человеку. А вот будет ли журналист украинский использовать эту терминологию, это уже зависит от того, насколько он журналист. Ну, вам виднее, вы больше с ними работали. Как и раньше, президент Украины верен традициям и снова демонстрирует некие металлические фрагменты, как доказательство. Но вот чего? Глядя на них, ведь не скажешь, откуда они прилетели. А вот то, что каким-то странным образом обстрел Краматорска произошел именно накануне встречи в Минске, действительно наводит на размышления. Это вот сознательная провокация, которая вот на это, на все и рассчитана. Вот вы заметили, когда вот автор сюжета подводит и бац, тут сразу идет интервью, которое фактически продолжает слова автора сюжета. Ну, конечно, сначала автор записывает мнение, а потом пишет свой текст. Это, может, не все зрители понимают. Технология производства такова, телевизионных сюжетов, что сначала человек опрашивает
свои источники, да, он встречается, вот, потом приезжает в офис, в студию, mm-hmm. и начинает писать сюжет, и пишет на основании услышанного. Конечно, mm-hmm. человек подводит к тому, что сейчас вставит, а вставит журналист то, что захочет. Конечно. Ну, да, к сожалению, в этом, опять же, выпуске, вот, если один источник Владимира Скачкова не показали, другую точку зрения они, к сожалению, умолчали. Но если показали прямую речь Петра Порошенко, это как бы уже все равно... Дело в том, что в этом сюжете, вот опять-таки, следует отдать должное, звучат, они звучат, эти несколько версий. То есть здесь все-таки присутствует альтернативная точка зрения. Это ДНР, это террористы, это провокация. Уже третья версия, да, говорит Скачко. Угу. То есть, как минимум, есть хотя бы хоть чуть-чуть свободного воздуха как-то зрителю самому подумать, да. Вот посеялось сомнение, и человек есть. Сядет, да, и человек сядет, там, например, в интернете, будет да, копаться и, в этой да, теме. Будет задавать вопросы хотя бы. А что, очевидцы пишут на форумах Краматорска, да? Очевидцы ли это? Ну, как бы, ну и так далее, да. Да. Идемте дальше. Запугать Европу, показать американцам свою лояльность и воспользоваться сдержанностью ополченцев, которые действительно не отвечают на такие провокации и которым действительно невыгодно уничтожать мирные города, потому что ополченцы рассчитывают, что это их города, что это их самопровозглашенная республика, которая добьется успеха на переговорах. Украинские власти всегда заявляли о том, что на подконтрольной им территории люди целиком и полностью поддерживают антитеррористическую операцию. Хочу, кстати, сделать одну маленькую вставочку. Прошу заметить зрителей о том, что вот видео, которое взяли представители Первого канала, автора сюжета, оно все-таки с 112-го канала. И несмотря на то, что в Украине вроде как запретили российские каналы, то некоторые фрагменты с украинских они все-таки берут. А что это? Ну, то есть это же дело украинской власти, что это российские каналы в Украине запретили, а украинские каналы в России не запрещены. Ну, вопрос в том, где они вещают. Но, судя по этим кадрам, настроения у украинцев совершенно другие. Эти национальные гвардии одни бандитов понабрали, а ДНР российские. Какие они российские, если дети всех пошли туда? Наших пол Авдеевки пошло туда. Металлические фрагменты снарядов Порошенко намерен показать на переговорах в Минске. Для чего, догадаться несложно. Чтобы в очередной раз, как это и делалось раньше, обвинить во всем ополчение. Александр Бутухов, Наталья Литовка и Лариса Никитина, Первый канал. Ну, я резюмирую, скажу, что, ну, дорогие зрители, коллеги, лучше засомневайтесь очередной раз. Осторожно относитесь к свидетельским показаниям. Ведь журналист мог опросить 10, ну, поверьте, как специалисту, который работал, да, все время работает журналистом, можно опросить 10, а вставить только 3, хотя бы по причине, ну, времени нет в сюжете, да, ну, как бы ограниченный хронометраж. И туда могут не попасть альтернативные точки зрения. Опрос может происходить только в одном участке, да? И нельзя говорить... Ну вот смотрите, вот очень коротко пример. Я покрутился возле одной воронки, взял три мнения, и говорю вам, зрителям, жители Краматорска считают... Ну какие жители? Ну то есть три жителя. Вот так и должен говорить. Я опросил 3 жителей. Вот что они сказали. Все, не больше. Если ты журналист-социолог великий, то покажи методику, по которой ты делал замер, сколько жителей Краматорска чего считают. Да? Скажи честно, я покрутился возле одной воронки или возле 2, возле 3. Если ты честно обошел 15, скажи, как есть 15 воронок. Ну, это же не запрещено. Нет, конечно. Ну, то есть, ну вот так. Но вот. Тем не менее, может быть, редактор главный, он требует все-таки, чтобы там соблюдалось какое-то время, тайминг. Тайминг обязательно. Для того, чтобы показать мнение, может быть, возможно, нету времени. Я ну, же поверьте, для того, чтобы честно обозначить свою работу, количество проделанной работы, для этого не надо много времени. Это все можно сделать очень быстро. Поэтому давайте уже я подытожу. Да. Здесь мы вот рассмотрели 2 сюжета, которые фактически... прямо противоположны во мнениях. Мы посмотрели, скажем так, некое информационное сражение и рассмотрели, каким образом и какими инструментами ведется это информационное сражение. За ваше сознание, да, за ваш выбор.
зрителям важно понимать о том, что их выводы фактически определяют будущее, которое может случиться, а может нет. И это очень важно понимать. Опять же, конечно. Поэтому для вас работал правозащитник Дмитрий Василец, эксперт Алексей Кутепов. Спасибо. До скорого на 17-м канале. Будьте внимательны.